дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Юлия Алексеевна Макарова. Я руководитель направления естественной науки, лицея Высшей школы экономики. Я кандидат биологических наук и также доцент факультета биологии и биотехнологии Высшей школы экономики. Вариативный учебный план позволяет углубленно изучать выбранные естественно-научные дисциплины на направлении три трека – биология, химия и география. На всех треках углубленно изучается математика и английский язык. И в целом такая мощная подготовка позволяет ребятам успешно и стабильно сдавать вступительные экзамены и поступать в топовые вузы. Отдельно скажу о наших учителях. У нас работают лучшие педагоги, признанные профессионалы. И они пользуются любовью и уважением ребят. И, конечно, высокие результаты ребят – это прежде всего их заслуга. Еще, что очень важно, 2 года назад Большая Вышка, как мы ее называем, то есть факультеты, предоставили нам в лицее своих преподавателей. И теперь вместе с учителями занятия ведут настоящие доценты и профессора факультетов. Все это вместе, конечно, дает высочайший уровень подготовки. Еще одна особенность лицея и нашего направления состоит в том, что раз в неделю занятия у лицеистов проходят на профильных факультетах Высшей школы экономики. Ребята попадают сразу в университетскую среду со спецкурсами и практикумами. Это дает им возможность получить представление о том, как устроено обучение на факультетах. И, конечно же, это очень важно. Они, еще будучи школьниками, уже могут почувствовать вкус студенческой жизни. И с ними активно работают не только доценты и профессора, но, что важно, и студенты. Поэтому у ребят есть прямой контакт с ними и возможность задать все интересующие вопросы. В лицее создана прекрасная химическая лаборатория. Одна из лучших школьных лабораторий Москвы. В них ребята проводят разнообразные, сложные и интересные практикумы, ставят химические синтезы. И также у них есть возможность предложить собственные идеи экспериментов и их реализовать. Также в лицее есть биологическая лаборатория. Там современные микроскопы и оборудование для проведения практикумов по биотехнологии. Потому что именно наше направление дает самый широкий спектр различных знаний, которые можно применять в дальнейшем как просто в жизни, так и во всех сферах образования и науки. Именно на естественных науках я могу попробовать себя в роли ученого-биолога или химика и попытаться подобрать под себя профессию в этой области, ну и, конечно, найти людей со схожими интересами. Потому что только здесь я могу заниматься сложными, интересными научными вещами в компании клевых людей. Дружба, поддержка и наука. Наука, друзья, интенсивность. Лабы, енот и друзья. Энтузиазм, наука и душевность. Мир, семья и призвание. Мы же здесь даем возможность прикоснуться, подготовиться и стать частью всего этого прекрасного мира уже в школе. Мы ждем ребят, которым интересно понимать, как устроен мир, и которые хотят изменить его к лучшему.